О, какой-то, смотри, тоже летит. Летит рядышком. Давай мы его тоже поджарим. Есть, готов. Готов, едем дальше. Да, Дуда, плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в танки. Отправляемся в бой. Вот у нас такой есть танк, который стреляет огнем. Огнемет стоит у нас. Сейчас посмотрим, проверим его мощь. Так, а у нас на улице идет дождь. Дождик такой вот. Мы находимся с вами в джунглях. Так, эти я почему-то ракетки не смог спалить. Но ничего страшного. О, тихо. На, получай, ух ты. Так, тихо. Где-то тут еще этот летает. Самолет. Да, не смотри мы его. Давай этого поджарим тогда. Есть. Поджарили. И вертолетчика. Ох, нифига, мы его уничтожили. Очень даже хорошо. Так, этот чувак у нас лежит. Давай тоже его поджарим. Ты не хочешь пожариться? О, какой-то, смотри, тоже летит. Летит рядышком. Давай мы его тоже поджарим. Есть, готов. Готов, едем дальше. О, нет. Да, подбили меня немножко. Да ё-моё, хватит уже, алё. Так, вот этот чувак идет. На, я тебя сейчас поджарю. Есть. Так, поджарили кого-нибудь. Давайте, ребятушки, я вас всех поджарю. А, ладно, поджарили меня, ребята. Ну, давайте выберем. Сейчас выберем другой танк. Возьмем вот этот поменьше. А его можно улучшить. Давай улучшим. Вот так, хорошо. Потратили кучу денег. Так, усилитель. Кобра напалм. Так, купили. Ремкомплект. Купили. А, кобра авиаудар. Повысить уровень. Все, повысили. Хорошо. Отправляемся. Вот у нас танк такой вот. Небольшой вроде бы, но это самый первый танк, который вот дали в игре его. И мы его достаточно-таки неплохо улучшили. Тихо. Ё-моё, шапку сняли с меня. Есть один. Так, теперь вот этот уничтожить. Да ё-моё. Мешает, тут танк стоит. На, получай. Все, едем дальше. Ой, этот самый самолет, вот я его не люблю. А кто его любит, скажи, да? Так, это перевернулся, чувак. Все, монетки забрали. Ой. Ну давай, поднимайся, я знаю, у тебя хватит мощи. Так, вот этого надо сейчас стрельнуть. Да ё-моё, давай. Сейчас мы его... Попадем в него, есть. Все, готово. Этот перевернулся, чувак, да? Все, уничтожили. Так, что, кто у нас там еще будет сейчас ехать? Ага. А, вот, вдвое прям, смотри. Так, вертолетчик. Так, попал я в него, нет? Сейчас меня будет стрелять. На. Так, главное вертолетчика уничтожить. Ох ты, мимо. Да ё-моё. Тихо. Ох ты, тут два вертолетчика, смотри. Есть. Опа, одного вертолетчика подбили, ребята. Сейчас этого подбить бы еще. Да ё-моё, не попал. О, есть. И сейчас еще один. Один выстрел. На, получи. Так, а у нас едет босс. Танк. Так, а ну-ка. Тихо.
Нам надо его уничтожить, ребята, вообще. Ой, хоть бы не попал, есть. Тихо. Ой-ой-ой, какой он сильный. Какой сильный босс, ребята. Так, вызываем артиллерию. Еее! Уничтожили. Босс повержен, надо было сразу артиллерию эту доставать. Хорошо. Заработали мы, открываем сундучок, давайте, ребята, откроем, посмотрим, что там интересное лежит. Так, титан, уровень. Монетки, 12 монеток немножко. Ладно, неплохо. Давайте попробуем в классику. Так, 3000 монет, нам нужно атака в пустыне открыть, луну и схватка с боссом. А, нифига, схватка с боссом можно, просто схватка с боссом. Пока я не буду ее открывать. Так, не хватает монеток. Давайте выберем большой танк наш. Поедем на нем. Так, зимой играем. Так, интересно. Чё, кого? О, на, получай. Хорошо, у меня такой прокачанный танк. С одного выстрела я спокойно уничтожаю их. Есть. 666 монет, прикинь. Да, потратили мы немножко монет, было 700. Ну ничего, я думаю, мы сейчас отыграемся. Ё-моё, не надо мне сюда вот эти твои вонючие бомбочки кидать. Все, уничтожили. Так, еще один едет. Сейчас я посмотрю, может еще третий будет, нет? Так, не, нету никого, хорошо. Едем дальше. О, чувак, смотри какой. Тихо. На, с одного выстрела. О, это чувак. Нет, отъезжаем. Отъезжаем аккуратненько, сейчас мы его здесь подождем. Тихо. Так, малыш какой-то подъехал. Мимо. Так, надо как-нибудь так навестись. Аккуратно. Чтоб попасть в него. Не знаю, получится, нет? Так, ну этого большого мы подбили с вами. Теперь вот этот остался маленький. Не знаю, давай посмотрим, подъедем поближе. Нет, вот он есть. Так, тихо. На, получи. Сейчас, подожди. Есть. Все, подбили. Едем дальше. Такое танковое сражение у нас. Опачки. На, получай. Замечательно. Так, вот малышок какой-то едет. Как же мне тебя подбить-то? Нет. Но он может и поближе подъехать. Я не знаю, почему он там встал. Во. На. Вот и босс. Вот и босс едет. Раз, два, три. Отлично. Так, забираем ремкомплект. Тихо, вперед едем. Подлечимся. Ой, хорошо. Смотри, как новенький стал. Сейчас тут будет куча танков. О, первый идет. Второй. Тихо, не стреляй ты в меня так много. Опа! Вот этот гриндандьор стреляет своими ракетами. Так, тихо. Не злись. Есть, уничтожили. А тот перевернулся, смотри, чувак. Все, подбили. Так, 698 монет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас начнешь стрелять, я же знаю. Да, подожди. Есть. Сейчас, а вот еще один, смотри. Где-то еще третий должен быть. А может быть и нет никого. Интересно, а где монетки-то, ребята? Где здесь были монетки? О-о-о-о! Тихо. Подъезжайте. Есть. Не в того, конечно, которого я хотел.
Чё? Смотрим, никого нету. Хорошо. О, на тебе, получай. Вот это замечательно, что он перевернулся. Есть. Двоих с одного выстрела, прикинь. Так, а этому не хватило, да, немножко? На, получай. Да ё-моё, ты в меня попадаешь, что ли, с такого расстояния? Да ё-моё. Давай. Есть. Все, уже 720 монет. Ну, я думаю, до 1000 мы дойдем сегодня. Так, подъезжаем поближе. Ух ты, монетки. О-о-о, ребята, сколько вас там уже? Ё-моё, да вас много там. Не-не-не-не-не, так не надо делать. Так делать не надо. О, вот еще один едет. Все, отдыхай. Монетки я забрал. Так, кто... А вот еще подъезжает, смотри. На, с одного раза. С одного выстрела. Второй. Так, в этого надо еще попасть. Смотри, как он злится. Есть. Так, босс едет, смотри. Удар грома. Вот это вот, чувак. Так, стреляем. Может, попадем? Есть. Попадание. Так, нет, не попали. Не попадаем. Так. Есть! Уничтожили мы. Уровень пройден, ребята. Так, давайте ремкомплект возьмем сразу. Ой! Не сильно, конечно, они мне танк улучшили, да? Сейчас, я думаю, будет много-много-много танков. Сейчас, вот они уже, я уже их слышу. Монетки. Вот они стоят, ребятушки. Есть одного уже. Так, этот мне не надо отсюда кидать, пожалуйста. Не, давай отъезжаем, отъезжаем нафиг. Чё-то нифига у тебя там, сколько у тебя этих ракет. Ты чё, откуда ты их берешь? Так, а ну посмотрим. Попали в кого-нибудь или нет? Как-то они неудобно здесь стоят, смотри. Да, неудобно встали. Давайте мы проедем. Ой, хорошо. Так, тихо-тихо. Ой, он назад сыпет их. Ё-моё. Есть. Так, а ну-ка. Кто там их бросает? Алло. Они и подъехать сюда не могут, да? И в меня бросают. Гады, а. Есть. А ё-моё, давайте проеду, может быть. Все, мы его сейчас проедем. Фух. Кого он там стреляет? Давай посмотрим. А те исчезли? Нет, смотри. Эти друг друга стреляют. Все. Так, ребятушки, уже здоровья мало. Наверное, скоро погибну. Но попробую максимально пройти. О, монеты, монеты. Собираем монеты. Так, ты мне не мешай здесь проезжать. Мне монеты нужны. Ребята, может быть я... Ох, нифига, сколько их подбил-то, а. Вот этого главное. Давай, поднимайся. Есть. И здесь куча. Куча этих самых вонючих танков. Ё-моё. А, мимо. Нет, еще немножечко доехать. Ребята, да мне надо щелкнуть вас. Ах, не успел, уничтожили меня. Да, ну уже 700, почти что 800 монет мы заработали, ребята, сегодня. Ребята, если вам нравится игра, пишите комментарии, чтобы я снимал дальше. Ну а сегодня будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.